Так, играем в Jurassic Park. А, интересная карта. Ага, все эти с Джурасиками, что у нас пришли. Берем подсолнух, берем... А, смотри, у меня здесь есть древний горохострел. Древний горохострел... А, все, кончилось, что ли? Ну все, поехали сажать. Так, что, сразу садим, конечно же, солнышко. Потом... Так, 50. Давай еще одно солнце. Два солнца пускай будет. Ждем, когда у нас древопитеки-то пойдут. О, пошел, пошел древопитек. Садим сразу мы сюда капусту нашу. Продолжаем садить подсолнухи. Так, замораживатель сюда поставлю. Так, горохострел нужен срочно. Блин, а их тут два же, что-то я не заметил. Так, хорошо. Этого, я не знаю, справится он или нет. А, может и справится. Сейчас посмотрим. Должен справиться, по идее. Если что, мы замораживатель на него поставим. Все, умер. И сюда садим мы капусту. Так, ну это, в принципе, первый уровень. Он не должен быть очень сложный. Поэтому мы его должны пройти спокойно. Так, орешек. Ох ты, этот наш гад съел моего. Блин, что делать-то, а? Что делать? Давай током ударим. Пришлось так поступить, потому что, ну, очень-очень было опасное такое момент у нас. Мне нужно больше этих всяких... Солнышек нужно мне больше, потому что мне нужно насадить побольше друзей там моих овощей. Так, и... О, нифига, что-то я пропустил. Ребята, что-то я пропустил. Такого большого монстра. Так, и... ой, блин, они уже сюда зашли. Когда мы... они его сидят, мы его хотя бы заморозим. Блин. Ладно. На, замораживать их тебе. Хорошо, что он орех ест, слушай. Я уже переживал. Ой-о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 й
Так, пока я ждал этого замораживателя, ко мне подошел какой-то монстр. Да, кого-то съели уже. Так, это у нас последняя, в принципе, волна. Так, этот гад, смотри, идет сюда. Так, ну что ж, пришлось мне использовать. Я не знаю, вот это вот листочек, он очень-очень-очень долго идет. Я не успеваю. Так, давайте все как постреляем по возможности. Кого успели, того успели пострелять. Так, а что там у нас за древний такой за 175? Давайте мы его купим. Ох, нифига, как он стреляет, прикольно. Он их еще и отталкивает, что ли? Нет, ну это уже последняя волна. Поэтому... сейчас мы его победим. Заморозим еще. Сейчас сделаем заморозочку. Давай, замораживайся. Есть. Все, башка отлетела, и мы выиграли этот поединок. Открыли новую карточку. 85. Так, нас встречают большие зомбачки. Так, давай посмотрим, что это... А, это у нас розы, получается, здесь растут. И что они делают? Ох, как они быстро растут, слушай. Прикол. Так, я хочу посмотреть, что вот эти вот розы делают. Так, а ну-ка, может, нюхать будет? Непонятно. До этих роз он не дошел. А, давай посадим сюда эту розу. О, вау-вау-вау, потише, ребятки. А, он ее просто понюхал и умер. Типа больше ничего не произошло?
Ага. Так, это значит у нас не прошел, чувак. Сюда. Так, бомбочка. Ну, давайте, давайте, я сейчас всех поубиваю. Кого получилось убить, кого не получилось убить. Так, отлично. А этот бомбочку будет сейчас бросаться на всех. Так, ставим сюда защиту. Давай, бомбочек еще сюда поставим. Так, не, я не вижу, что происходит. Батюшки, свет. Так, давай, сейчас всех закидаем. Максимально кого-нибудь получится, всех закидаем. Так, бомбочки. Так, ё-моё, эти здесь смотри, стоят прям. Нет, сюда вам нельзя, ни в коем случае. Ох ты, это что это такое? А это еще что такое? Да ё-моё, идите вы нафиг отсюда, а? Какой-то головастик сюда пришел. Так, она посадила какую-то штуку. Я не могу сюда пробраться. На тебе. Да, короче, фигли я проиграл, наверное. Стопудово проиграл. Только если я его сейчас не постреляю. А, он не стреляется в этой части. В этой части дома. Ну, а вы что не стреляете? Все, походу я проиграл. Как я не старался, сколько я денег не тратил. Ну что ж. Ладно. Так, у нас какая-то арена интересная. Сейчас выбираем ребятушек. Так, этого заменим на бесплатного. Танцпол, короче. Понял. Садим первого. Под солнышек. И сейчас посмотрим. Ох ты, музыка начинается. Дискотека, короче, дискач. Да, не туда я позвонил. Капусту. Дальше садим подсолнухи. Так, вот здесь этого заморозим сейчас. То есть подождет немножко. Замораживателя сюда посадим. Так, второй ряд капусты. Так, где защита нужна? О, огонь пошел. Толпа зомби идет. Так, а что у меня этот съели уже, да? Получается. На тебе, гад. Давай защиту поставим. Так, эти подсолнухи бы еще собирались бы сами. Вот, я тебя понимаю, жаришка. Жаришка, сейчас будет жаришка. Так, эта гадина съела мою пацану. Да сколько же вас много-то, а? Так, монетку взять.
взял. Осталось еще. О, какая большая бригада идет, смотри. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, у меня еще есть такая штучка. Сейчас мы всех... Опачки, почти что всех уничтожим. Картошку давай сюда посадим. Как будет есть картошку. Блин. Давай, на, ешь. Все, заморозили. Хорошо. Сейчас мы его уничтожим. Так, ну это у нас последний остался, поэтому... Все, мы его победили. Это победа. И открыли новую карточку.